Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у меня прямоугольный торт. Вот такой большой прямоугольный торт. Для этого мне понадобилась форма 20 на 30. Я отпекла 2 бисквита по 5 яиц. Разрезала пополам каждый бисквит и использовала 3 разрезанных бисквитика. Прослойка творожно-сливочный крем и пропитка ванильный сахарный сиропчик. 2 порции крема на пектине. Скорее всего, не уйдут все. Вот я уже выровняла одной порцией. И нанесла вот такой рисунок для этого. Выровняла тортик, взбрызнула водочкой, можно водичкой. Дала постоять пару минуточек. И потом вот так вот. Вот сейчас он уже маленечко стабилизировался, уже непонятно. Но когда начнете, увидите, что оно так делается. Вот такими шлепочками. И получается вот такая интересная структура. Легко, просто и удобно. И иногда для разнообразия. Еще мне понадобятся красители. Красный топ-декор. Коричневый и зеленый для листвы. Желтый. И еще использовала кредо 29. Вот такой фиолетовый. Сначала буду делать астру. У меня здесь насадка, вот такая она, как 80-я, но с перемычкой. Эту насадку мне прислал Владимир. Ссылка будет под видео на мастера. Если что, заходите, интересуйтесь. Внутри мешка просто наложила белый крем шпателем. Потом нанесла мазками вот наш кредо номер 29. Кисточкой так маленечко разводики сделала. И с мешочка выдавила уже окрашенный крем. Чтобы она такая поинтереснее была у нас, астрочка. Еще понадобится мне вот такой держатель. Девочка написала, что это называется ведьмина шляпка. Представляете, какое интересное название. Тут еще острие было, я его сточила по незнанию. А вообще применяют вот такой держатель. Потому что у меня будет конус для астрочки. Еще для основы открытая звезда. Вот тут у меня номер 22. Все равно какая. Надпись сделана при помощи вот такого штампика. Теперь эти штампы делает мастер. Ссылка будет под видео. Там с днем рождения, вот с юбилеем, с Новым годом. Ну, у меня вот такие есть штампики. Теперь уже можно выписать. Если что, заходите, интересуйтесь. Начинаем. Буду делать цветы и сразу отсаживать на торт. Закрыть надо сначала нам. То есть, по существу, та же хризантемка, но у нее вот на 2 хвостика разделяется. Многовато наложила в мешок. Не накладывайте много в мешок. Тяжело давить очень. Так, ведем. Раз. И отдернули. Прямо по стеночке. Чтобы были остренькие кончики, надо резко отдергивать. Не всегда получается. Вот теперь буду делать тут пониже уже листочки. Как бы прикрывать. Вот смотрите,
Что у нас получается? Низ можно укрепить на всякий случай. Сейчас также на конусе сделаю розы. Здесь у меня насадка номер 128, зауженная слегка. Вот красный наш цвет дает такой коралловый, и провела полосочку. Правда, полосочки, как правило, хватает всего на 3 розочки. Потом надо все делать по-новому. Подобное оформление я увидела на канале «Торты и кулинарии» у Верочки. Меня очень впечатлило. Ну, у меня, конечно, так не получится. Но, как она говорит, на скорую руку оформление. Стараемся поплотнее и оборачивать. Можно в эту сторону закрыть листочком. Ну, роза получилась. Здесь будут веточки сирени. Еще хочу отсадить тюльпанов. Вот такая насадочка цветочком. Я как-то давно выписывала на Алиэкспресс. Тюльпаны любят такое давление. И как обычно, даем прилепиться, тянем и дергаем. Цветок у нас получился. Можно здесь. Даем прилепиться, потом тянем и отдергиваем. И у нас получился тюльпанчик. Можно здесь, наверное, в промежуточке поставить. Протираем, подкручиваем все время. Сделаю бутончик розочки.
Сейчас в остатки от наших астр добавила белый крем и в перемешку положила то белый, то сиреневый. Даже немножко выдавливала, вот где было с черточками. В общем, посмотрим, что нам это даст. Здесь у меня насадка сирень. Номер 137. Покупала я ее в магазине. На Алиэкспресс есть похожие, но они не работают. Это не те насадки. А вот это действительно дает такие или гортензии, или сиреньки. Ой. Много накладывать в мешок нельзя. Очень тяжело давить. Сирени все отсадила, еще тут дополнительно немножко сделала. Ну, может, многовато, но так получилось. Сейчас насадкой вот для листика тюльпана немножко отсажу. Надо все время следить, чтобы язычок был вверх. Отсаживаю просто еще листочки. Вот у меня листик без номера. И насадкой 16 открытая звезда все же сделаю по низу ракушки этим же зеленым цветом. Работа на сегодня закончена, и я буду с вами прощаться. До свидания, мои дорогие, до следующей встречи.